Приветствую вас, Екатерина. Я думаю, что у вас достаточно хороший запрос на психотерапию, достаточно хороший запрос на личностный рост, стать менее эмоциональной, более эмоционально устойчивой. Ну, и я думаю, что это очень здорово, что вы ну, хотите, что вы хотите так, что вы хотите этого. Вот, но момент заключается в том, что как-то не очень понятно. То есть вот, вы вроде бы этого хотите, но в то же время как бы нет ощущения, что вы как-то вот на, ну, на психотерапию, что ли, нацелены, да? Вот. Есть ощущение, что вы вот думаете, что есть какой-то уникальный универсальный рецепт. Вот. И все. То есть вот, что следуя ему, да, ну, все будет хорошо. Вот. Нет, это не так. Это совершенно не так, к сожалению. Но вы совершенно неспроста очень эмоциональны, вы слишком много всего принимаете на свой счет, вы слишком много принимаете на свой счет. Вот. И идея заключается в том, чтобы вот, ну, чтобы снизить вашу зависимость, как бы от, ну, того, что вам говорят люди, ну, в том числе, которые вас окружают. Вот. Вот такой момент. То есть это работа с такой, я бы сказал, устойчивой самооценкой, да, работа с устойчивостью самооценки вашей. Вот. Ну, корректирование ее. Именно корректирование устойчивости самооценки вашей. И, соответственно, уже дальше будет видно. То есть, ну, вполне вероятно, что проблематика, она не только в этом, совершенно очевидно, да, что проблематика есть в чем-то еще, совершенно очевидно, на мой взгляд, что проблематика есть где-то еще. Вот, но пока что вот так. Пока что вот. Такой ответ можно вам дать. Ну, по большому счету. Вот, так что посмотрите, что именно и почему вы принимаете на свой счет. Вот. Постарайтесь
определиться с тем, как получается, что вы принимаете это на свой счет, да, то есть как, почему вы принимаете это на свой счет, вот. И дальше уже можно будет, дальше уже можно будет двигаться вперед. Дальше уже можно будет заниматься психотерапией. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас есть желание поработать, обращайтесь к любому специалисту. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.